Здрасте, наши маленькие любители Тоха. В очередной раз. В очередной раз мы Третьи да. цветы на канале. Да, третьи цветы на канале с вот этим чуваком, который в который раз от нас свалил. Теперь опять с нами, а потом Шо? Опять свалит, я его знаю. Что значит в который раз? Ну, в я который что... раз. Ну, целый первый раз ты от нас свалил. А, у меня же это самое. Товарищи, готовьте поздравления, у меня 26 мая годовщина моего нахождения на этом сайте. Ура, товарищи! Да. Вот, и 21 мая. Закидаем тебя артом с суйкой. Не суть, в общем, но скоро будет. Во! Руби! Ёму! Руби! Пули, рубить! Как я могу против нее воевать? Как? Как я могу ее обидеть? Негодяй! А, так вот, секретная информация. В 14.3 есть Юйка, но все это знают. Есть сырно. Морковина. Сырнота. А, до сырника Сайрус не дошел, посему не могу сказать, есть оно там или нет. Он а, там... против... А, ну да, там же один играбельный персонаж. Там, короче, распределено все по дням. Посему есть первый день, второй день, третий. Так что вот, Сайрус дошел до четвертого дня. А, ну, а дальше мы, соответственно, засели за цветы. Цветы! Я не хочу умирать. Я не хочу умирать. Что это такое страшное тут? Лили, сдохни, 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 Лили, сдохни. Я люблю бомбить. Будем бомбить. Будем бомбить все, что видим. Ай. Нет, нет, нет. Блин, у меня последняя жизнь, ты до сих пор не понял. Кстати, Птерикс, у тебя что-то немного микрофон пропадает. Как пропадает? Ну, чего он пропадает? Он не должен пропадать. Да, в смысле, звук с микрофона пропадает. Хрена ли? Отстой, отстой. Долбаный. Он уже вроде бы новый. Если микрофон, между прочим, поменял. Ну, либо у меня что-то такое творится. Может, это скайп просто, у него есть такая иногда приколка, да, там, я, такое что-то у него, значит. Рубить! Блин, я промазал про пули. А у нее пупы, зарубленные ей пули, они переносятся на экран игрока? Ну, противоположного. Здесь нужен наш праймари, который все знает, блин. Ноу! Ну тогда? Чё, зачем ты бомбишь? Ну, блин, опять делать? Убился об бабочку. Какой ну, позор. Рубить пули, рубить. Да. Тихо, 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 тихо. Мы будем жить. Последний жизнь, последний, нет, нет. Хитрая тактика. Решающий бой. У меня нет амулетов, нет. Как так можно без амулетов? Я с амулетами. Я слишком увлекся рубить. Это проблема Йому. Она всегда увлекается рубить. Поэтому с ней происходят всякие проблемы в всем с половиной, там где надо. Бомбить! Бомбить! Ура, я все сдохнул! О! О! Сдохни, Лили! Ай-яй, блин! Я же видел, что он туда прилетал! Почему-то. Блин. Давай, бомби мне в ответ, бомби, я знаю. Я доигрался. Ко мне прилетел Рейм. Отстой. Ай-яй-яй-яй-яй. Тебе еще одну Рейм. А у тебя еще дохренища жизни, блин. А у меня нет амулетов, это отстойно. Что-то я вообще никакая, блин. Нет! Ты хочешь моей смерти? Да.
пипец. Ничего. Круто, ему рубить. Ему умеет рубить. Я знаю, кого ты ненавидишь. А я возьму тогда... Да, ты его возьмешь. Нет. Кого взять-то? Йоу. Йоу, Нига. Кстати, тут... Во. Тут говорили, что она сильнейшая по типу... Мерлин the Strongest? Не знаю. Да, выстрела. Или... Она же белая. Как белая. Бы да. Она похожа на белую. Значит, она. Короче, белая сестренка, она самая сильная, по мнению бургов, по типу выстрела. Ой, В плане по силе выстрела. А бог ее знает. Ну, типа, видимо, удобно ей разбирать всяких феечек, всяких. Не, это все, конечно, классно, только разве ты не ее выбрал, а че у тебя Тэви? Так я Тэви взял. Ну это же хитрый план, рассказать про то, какая сильная взять все равно Тэви. Сестрица и взять любимку. А как иначе-то? Куда любимка? Же я без любимок? Когда это она успела? Нет прощения всяким мейдам, которые расшвыриваются ножами. Я каким-то образом это сдоджил, блин. А то споткнулся на одиночной пуле. Так, не, ну нахрен, я не буду с ней играть на фокус. Ну, да. Слишком много пуль. Слишком много пуль. Это хорошо, это хорошо. Но это плохо. Ой, привет. Твою налево. Блин. Плохо, плохо, много пуль. Плохо, плохо, кролик. Кролик in the house. На самом деле. Убился об феечку. Ну, как всегда. Это по-нашему. Я не хотел бомбить, она сама. В смысле, на последней жизни. Чё? Я слышал, что ты там немножко сдох, это хорошо. И да, я так случайно. Случайно так. Мне красная пуля показалась вкусной конфеткой, мати. Да, и зачем? Что происходит? Нет. Зачем четвертый, блин? Еще и Лили тут всякая примешивает. Не обязан это забомбить. Блин. Ай. Нет. Ну хоть один раз-то ты... Нет у него совести, блин. Обижает он маленькую ушастую. Ой. А, ладно, еще раз полетаем. Подлые кролики будут наказаны. На сей раз битва происходит на моей территории. Посему... Дома и стены помогают, да? Ну-ну. Ну да, родной бамбуковый. Лес. Блин. Сила ножиков должна вот торжествовать, так сказать. Шарики. Блин, почесаться даже некогда. Ну вот я. Так, еще раз сделаем. Не-не-не, блин! Вот стоило только, блин, оставить. Это сам. Так, ладно. Как там Праймари нашучил меня в это дело играть? Раз, два. Я тоже так умею. Блин, засмотрелся на твой экран и умер. Нет. Зачем ты смотрел на мой экран? Я на твой не смотрю. Я тоже так умею. Я тоже так умею. Стой. Да блин. Умер. А, я все равно. Я убил тебя в твой шарик, блин. Почти намеренно.
Я же видел, куда она летит. Зачем я это сделал? Ты почти отыгрался с нулем жизни. Это достойно подвига. Точнее, достойно упоминания в аналах истории. Так как я все равно должна выиграть. Нет. В родных стенах-то. Нет. Нельзя. А то госпожа будет недовольна. Какая-то там, понимаешь ли. Блин. Ой-ой-ой-ой-ой! Какая-то крольчиха побила главную мейду особняка. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ты ни разу не сдох, негодяй! Нет у тебя совести! Лили, сдохни, Лили, сдохни, 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 сдохни! Что это было? Не складывай. Я не... Ага. Один раз наткнулся на ножик, и я уже умер. Потому что ножики большие, они много жизни забирают, как-то так. Ну шо, давай обеспечивай. Раз. Два. А где я есть-то? Ай, блин. Эти звуки меня радуют. А эти не очень. Он умудрился выжить, а? Ну, Мейда, ну погоди. Черт возьми, это много или мало, ух ты, как я классно от всего ушел. Ну, так вот, какая-то... на чужой территории мы почикаем этих подлых кроликов. Какая-то ты нелепая смерть. А всегда нелепая. Смерти бывают лепыми. Кто у нас есть еще? Йоу, нига. Рейсанья. Птица у нас есть еще. У нас есть ворона, медицина. Медицина как-то вообще... Вот это буржуйка. Шикеки. О, так, а как сбро... А, вот. Мариса! Где она есть? Давай за Марису сыграем. Слышь, ведьма, ты чему мой мастер-спарк упионерила? У меня какой-то унылый этот лазер. Мариса слишком прямолинейная. Хотя это приписывают чаще Йому, но... Она все равно прямолинейная, потому что у нее... Он только и знает, что лазеры делает. Пью, лазер. Неправда, еще у нее есть звездочки. Ух ты. А, не, не ух ты. Что такое делаешь? Что такое делаешь? А-а-а! Что за нахрен? Откуда это все тут? Я буду бомбить. Я буду бомбить за свою жизнь. Ты черт возьми, блин, сколько тут всякой хреновины летает-то, ёшкин кот. Черт возьми. Ну не боись, я почти умер, мне осталось только, ну собственно я уже умер. Этот кошмар не продолжается. Не останется, все. Бомбинг сорвается. Я только появился. Ну у меня нет лазера. Хотя мне в принципе не очень-то и надо. Боже мой, что здесь происходит? Мне эти штуки определенно не нравятся. Думаю, столько цветов, куда лететь, столько цветов, слишком много цветов.
Они, они летят с разной скоростью, это ужасно. Черт возьми, блин. Боже мой, так много цветов. Мало феечек, много цветов. Вот эти вот штуки, блин. Так. Минус сколько-то? Раз. Я же только что это самое... Ой, блин. Ну, это я зря, наверное, сделал. Плохой Мариса. Плохой. Плохой Мариса. Плохой есть. Других не завезли. Нет, нет, я сквозь цветочки, Я пройду, я сделаю это. Нет. Сейчас будет очень плохо. Сдохни, Лили, сдохни. Нет! Нет, я не хочу умирать! Я пока не умер! Я умер! Это ужасно. Вот тебе с самого начала. На, я все сдохну. Только зря потратил. Да, твою налево. Я взял и обошел. Надо было Тейви брать, тогда это было бы убедительнее. Вот почему тут нельзя зарядить Мариси Мастер Спарком прям... Мастер Спарком и Фейс! Потому что у нее изъяли Мастер Спарк. Там все цветочки, цветочки. Боже мой, что здесь происходит? Прекрати так делать. О, звездочки, блин. Звездочки. Звездочки. Твою мать! Твою мать еще раз! Жестко. Нужно больше жестко. А, твою мать! Я нарвался на пулю, блин. Плохая из меня Мариса? Или Мариса? Ой. Ну ладно. А, так ты используй это самое правило работы Мастер Спарка. Концентрируй разум, приготовь. Это самое, да. Как там, освободи разрушение, как бы, разрушительную мощь своей любви. И самое последнее, это... Annihilation of Love. Ну, такая ж просто. Как-то слишком много пуль. Как-то слишком дохрена цветов. Где у них хитбокс начинается и заканчивается? Цветы это фигня, но их много. Вот и я о чем. Мне летать негде. А я хочу летать! Я хочу летать! Ай-яй! Ну а ты что тут делаешь? Звездочки, звездочки, блин! Реально звездочки. Еще раз звездочки, еще раз звездочки. Что-то как-то тут всех слишком много. Звезда. Блин. Что мне терять? Так, это жопа, да. О! Я же совсем забыл, что здесь есть фокус, без которого можно играть. А я теперь знаю, как уворачиваться от звездочек. Твою мать! У тебя же ничего страшного еще не творится на экране. Я умер! Зато у тебя... Зато у тебя целые 4, это самая полоска... Уже меньше. 4, была 4, конечно. Я смогу это сдоджить, я смогу это, я сдоджил это. Уйди, цветок.
Ноу, ноу. Отстой, отстой, отстой. Она там была. Это жопа! Это жопа! Да! Это ад! А чё там в этом? Я давно не играл в это дело. В чате, так я тоже последний раз когда играл, когда вот с тобой играли. Не, я вообще в Данмаку, ты уже забыл, как тут и пульки облетать, и всё. А чё в чате? Ну, я просто в фуллскрине играю, посему, если я сейчас альтавнусь, то это будет это самое. А кого взять-то? Во. Там Мичан говорит, что она опоздала, ну и пофиг. Мичан, ты да, это... Она это и та. Мичан, ты обещала мне, точнее не обещала, как ты меня обнадежила поговорить со мной. А я тебе давно говорил, иди в конфу, когда-нибудь. Нет, ну, блин, можем сделать это прямо сейчас. Чего? Ой, блин! Вот что это за хрень, оказывается, была. Не, я интуитивно, конечно, догадывался, но хотелось бы уточнить. Чего? Ты про что? Про вот эту хрень. О! А первый левел Рейсон отлично подходит для того, чтобы... Твою налево! Лысый страус! Чтобы очищать экран от... Ай! Слышь, как... Безобразие. Боже мой! Сколько всего сразу летит! Ой, я вижу крончатину. Тут монетками. Бага. Вот если бы не эта левая пуля, я бы сдоджил. Я бы сдоджил этого левую. Безобразие. Две монетки, все, что было нажито непосильным трудом. Все спустилось. Пью-пью. Да, я знал, что все. Что ее паттерн не может быть настолько простым. Потому что это Рейзен! Это вот всякие товарищи на Титаниках виноваты. Так, а что у нас с третьим есть? Ааа, фигня, какой, блин. Какие с Титаниками? Что у нее за... Ааа, я вот это забыл, что у нее есть такая тема. Сейчас возьму. Что мне терять? Твою мать, и только я спустил все для того, чтобы ему сделать подлость, он вылупился на моем экране. Бороться. Поздно бороться. Поздняк бороться. Какого хрена это жопа? Вау! Я врезался прямо в пуле. А, у нас еще один матч. Охренеть. Ушки Рейзен. Почему у Рейзен поломанное ухо? А еще они у нее двигаются. Да, оно шевелится! Одно ухо поломанное. А я знаю, короче, почему у нее ухо поломанное. Это какая-то... Это травма. После того, как она... Ну, она же ветеран, короче, лунного спецназа, поэтому... Какие ужасы ты тут рассказываешь. Какой-то из лунных войн Рейзен спасала свою боевую подругу какую-то. Вот. Она его выносила на своей спине, короче, и в это время какие-то подлые лазовки лунные... Это же не одно жизнь. Короче, в это время какие-то подлые вражеские лунные кролики ее, в общем, подстрелили прямо в ухо. Вот. Бедная несчастная Рейзен. Вот. Так. Вот я тебя, короче, добавил в эту самую, в конфу. Не на...
Ты хотел услышать Мичан. Мы сейчас перезвоним на конфу. Не, поднимет трубку. Вы поговорите. А потом я выйду. Ну, в принципе, неплохо. Чё? Why not? Ну чё, можно типа перезвонить на конфу тогда? Ну, давай перезванивай. Сейчас, надеюсь, игра не зависнет. Нет, она это сделала. Ну, ты же обещал. Она это сделала. Ну, в плане игра. А Мичан не хочет брать. Вредная Мичан. Не, игра. А. Ну, игра и правда игра, это сделала. Это будет ужасно, конечно. Такой черный экран прям посреди. Ты же обещал мне. Вот так вот и действуют современные. Хреново. Печально все это. Наобещают золотые горы, добьются согласия, а потом, понимаешь. Ладно. Где там наша радость? Ты заходишь или как? Да, только... Минуту. Минуту. Я просто потерял этот самый айпишник. Нашел айпишник. А, где там тему создал? А, где до сих пор не создал тему. А, про эту. По 14.3. А Sky Arena? У нас есть Sky Arena. Это редкостная упоротость, но тем не менее. Фу, блин, опять я не тормозал. С, да, есть коннект. Кстати, она у меня теперь еще и не зависает, когда антивирус включен. Точнее, этот фаервол. Круто. Это хорошо, наверное, да. Так, а чё бы, кого бы взять? Ай-яй-яй, это капец. У нас еще есть вот эта вредная чувиха. Шики, я Максонаду. Просто яма. Яма. Уи, о боже мой. Она страшная. Это у медицины что, такой спешл, что ли? Да. Когда вокруг нее цветочки летают. Ой, блин, я совсем забыл, что умеет это. Ой, что блин. Что умеет это? Ой, блин. А что умеет медицина на втором левеле? Ух ты. Красиво. Не-не-не. Факт. А, я совсем забыл. Медицину шеки. Духи не трогают. Еее. Это читерство. Где? Блин. Читерство. Только я ее забил, как сам же сдох. И смысл тогда было ее забивать. А, отставай! Что у тебя там творится, что отстой? Ой, ой. Меня это вредина, короче, за... Лазер! Цветочки за чёрт. Лазер! Что там молодеете? Бомба. Блин. Лазер! А почему я такой же мертвый, как ты? Ну, в смысле, был. Не спрашивай меня. О, у меня есть звездочка, и я буду ее применять. Здесь же можно этих самых. О, духов взял, поймал. Бум. Чего они делают-то эти духи? Не, ну этот самый главный наш, конечно, праймари дико с этого будет вымораживать. Как вы? Не знаете, короче. А
Он занят новый 14-й, ну, короче, в новой игре. Гриндить ему долго, так что он успокоится. Гриндить это что значит? Ну, предметы прокачивать, все, без предметов проходить, с разными предметами проходить. В общем, предметы ему это займет надолго. Слава Зуну. Он нас спасает. А, ну еще заодно он будет, конечно же, почивать нас своими видео. Да, нереально крутыми прохождениями нормала. Сдохни! Черт возьми, почему ты? Почему ты так со мной поступила, Лили? Я же просил тебя сдохнуть, а ты не сдохла. Черт возьми, черт возьми. Почему? Я хочу выжить. А, во. Во, я уже мертвый, да. Только я хотел спросить, почему я до сих пор живой. Как я уже мертвый. Ух ты! Бесславно! Это было неожиданно. Одна бы бомба, и может быть все было бы по-другому. Предсмертная бомба. Я мог выиграть! Нет! Да все потому, что шики такая бракованная. Шики бракованные. Шики, эйки. Яма. Ладно, вот она, самая страшная, ночной кошмар. Ночной кошмар и радость Алекса. А это, между прочим, неплохое сочетание. О-о-о-о, я поймал всех духов, ура! Поймал всех духов, а я не поймал. Переимал всех, блин. Блин. Так, а чё у Теви второй левел, чего нет там? А, ух ты. И ты не помер? Это Тенгу ещё и охрызается. Блин. А третий левел чё? Во, а третий левел круче! Блин. Блин, блин. Блинский блин, веником убиться. Не надо веником убиваться. Веники не для этого предназначены. Блин. Ну давай, блин, да. Блин, да нахрена ты это сделала, тупая. Умирай. Голова. Не, я не хочу. Зачем четвертый? Твою на. Я третий как. Я третий копил. Нет. Потому что кнопка бомбы, она ж максимальный уровень сразу. Не, я не бомбы, как? Я. Черт возьми! Ух ты! Я не это, не бомбы нажимал, я копил и перекопил. Ну черт возьми, за хрена это сделал. Это все потому, что у меня джойстик уже помирает от того, что я его насиловал в соку. Потому учись играть на соку на клавиатуре. Еще чего, я дитя Сеги Дэнди, я никогда не изменю джойстиком. Клавиатура хороша только для одного, набирать буковки. Режешь, невозможно только играть на клавиатуре. Да. Невозможно. Да нахрена ж ты это сделал? Я тебя вроде бы не просил. Невозможно ж играть на клавиатуре во всякие такие игры, где нужно быстро стучать джойстиком. Это что, были бабочки? Это были бабочки или мне показалось? Какие бабочки? Черт возьми, да я ж почти. Вот, сейчас. Этот бот жил. Слишком много пуль. Десбомбинг, десбомбинг! У меня больше бомб нет. Ай-яй-яй. Нет, ну, нет. Возьми, нет. Это третий, какого фена? Убился на бабочке. Откуда у нее бабочки? Как говорил Луба, бабочки это прерогатива только самых крутых боссов. Ну, Алекс бы тут, конечно, прифигел, как это, а я не крутая. Вот, ну, это мнение Луба, он считает. А чё, у нас Алекс еще на этом самом? А. В чате. В чате? Да, он там есть. Ну, он не хотел. Блин!
Но он негодяй не смотрит в конфу и видит, что мы тут типа режемся. А его, по-моему, вообще в скайпе нет. Да что за бабочки? Твою налево. Плохие, плохие бабочки, плохие я пули. Я доджил! Да что ж такое? Эту не доджил. Ух ты! Сейчас. Плохая тенгу. О, не на вас нет тенгу несчастная. Вот была бы здесь, была бы здесь, была бы здесь. Да ёшкин кот. Я её убил, я её убил. Ух ты, что происходит, что происходит? Я что-то нажал, а не знаю, что происходит. Что-то поймал, вернее. И что-то произошло. Что-то, да, что-то ты поймал действительно. А почему мне не дали? Я же ее тоже забил. Ай. Убился. Фух. Тенга героически выжила. Кто у нас тут еще есть? О, белую попробуем. Кольчатинка белая. Белая. Ну давай я белую возьму, что ли. Чё у нее? Почему? И почему это... И почему это самый сильный? Это непонятно. Она криво стреляет, блин, она не стреляет вперед. Непонятно. Она стреляет по бокам. Что это вообще за чувиха такая? Твою мать. Здесь ноты летают. Здесь много нот летает. Они вредные, боже мой. Чё это за хрень? Прекратите. Она мне не нравится. О боже мой. О боже мой. Боже мой, что происходит? Слишком много нот. Уберите их. Нет, я хочу жить. Ну чего? Я не хочу эту чувиху. Бомбить. Ай. Боже мой. Я не понял, а что в ней такого? У нее много нот. Еще у нее тупой нет. Фокус, который стреляет почему-то в стороны. Два. Боже мой. Так, номер два какой-то не такой. Унылая змейка какая-то, вообще, ее доджит, я не знаю что. Так, я не понял. Ай, блин. Круто. Да, и чё тут классного? Опять какая-то змейка поползла. Боже мой, прекратите это делать! Чё именно я делаю? Змейка, 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 ой, змейка, блин. Уровень зарядить, ну ладно. Змейки. Змейки! Ай! Ай-яй! Ой, блин! О, там пулечки фиатятся. Странный какой-то. Это сестра? Весьма странный. Не-не-не-не-не. Я у Нига. А я вот возьму... Ватковый возьму. Хочу быть радаром. А это у нее... А это она с чем? Вот кто, блин? Кто, где, с чем? Ну это как... Это что, это был левел 2, да? Левел 2, отстой! Мне нужен левел 3. Мальчик.
Ух ты! Во, левел 3! А чем отличие? А чем отличие левела 2 от левела 3? Непонятно. Много ножей. Больше ножей в разные стороны. Ну черт возьми, ну черт возьми, ну черт возьми! Где остановка времени? Где остановка времени? Она же любит делать остановки времени. О, я выжил, надо же. Ой, нахрена я это сделал? Я случайно... Чёрт! Боже мой. Слушай, всякое разное летает. Я опять засмотрелся на... Вернее, не опять, а просто засмотрелся на твой экран. Это ужасно. Всякое разное летаю. Ну а что ж ты делаешь? Ты оставляешь меня нервничать. Я трачу свои нервные клетки, боже мой. О, ну нахрена я это сделал? Поймал ножик. Отстой, отстой, отстой. Отстой, очень отстой. Много, много пуль, много пуль. Но я вижу... Нет, я уже не вижу, как лететь. Чувак, возьми. Раз, два, три. Да что ж за бомбинг такой? Ты ж был только что живой. Как ты умудрился... Ну, в принципе, это не важно, потому что я уже... Надо же! Да. Я раньше это сделал. Это было неожиданно. Ты недооцениваешь меня. Опять он какие-то гадости тут готовит. Никто не любит бедную Мэйду. Только Джоу сама меня. Кто? Госпожа, типа? Ах, госпожа. Госпожа. Я понял, короче, это самое. Сакуя на самом деле извращенка. И слушает она Ремилии только потому, что ей нравится называть ее госпожой. Именно потому, что она извращенка. Ну вот возьми еще и Лили. Я смогу. Нет, я не смог. Но я не буду из нее стрелять. Я не буду это бомбить. Я не... Придется забомбить, но нахуй. Ноу! А у меня даже нету чем ответить. Говорю, хрен с тобой! Ноу! Ты нас там победил. А, блин, ты не играешь. Да.